Thank you.
Кришна Махамантра Ки! Юга Дхарма Хари Кришна Махамантра Ки! Санкиртан Яге Ки! Самаят Вахта Бринда Ки! Вся слава собравшимся прежде! Thank you.
Сказать что-то? Дорогие преданные, сердечная благодарность всем, кто здесь присутствует, за то, что пришли. Это благо для всех нас. Большущее благо. Воспевать святые имена в кругу. Это то, что помогает очистить свой ум и иметь его в покое. Это то, что помогает нам приближаться, идти дорогой туда, куда нам указывал Шрила Прабхупада. Потому что в материальном мире эта тропа очень узенькая, очень-очень такая незаметная. И вот когда мы собираемся вместе, когда мы воспеваемся по именам, Господь внутри, как Параматма, Он подсказывает, вот это твоя тропа, давай, вперед. И сомнений нет. Если мы будем продолжать собираться вместе, если мы будем продолжать практику преданного служения, мы достигнем высочайшего успеха, высочайшего назначения. Это освобождение с этого материального. Мы станем на самом деле слугами Кришны, займем свое натуральное положение. Не то, которое у нас сейчас есть. Я тело, я наслаждаюсь. Спасибо вам большое, что вы помогаете мне идти этой дорогой. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки. Искон гуру вринда ки. Искон гуру парампара ки. Спасибо хозяевам этого дома за то, что они дали возможность здесь воспевать святое имя. Я не говорю в этот особый и очень нужный час. Он всегда был такой. В этом материальном мире опасность на каждом шагу. Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна.